в итоге. Кто у нас тут рекордсмен? Ну, там 75% было. Ну, сейчас, типа, мы одну отпустим, тут, потому что... 16 лет, блядь, да. Ебать. Первую отпустим, типа, потому что я не доходить. И дальше пойдем посмотрим. Там один человек такой. Нифига, Ломаков пошел на контакт. В смысле? То обычно... Нет. Да заебало оно съезжать уже! Сука. Жожа, ты хоть что-нибудь скажи вообще? Ну, заебатое пиво, ну, пиздатое. Народ, хватит Лёху трогать. Человек умер 2 месяца назад. Лёха никогда не играл с читами. Бля, 92%, пиздец. Пацаны, это общий, типа... Вы вчера наголосовали, поэтому... Ну, давай! Народ! Давайте, когда девочка будет заходить, будем все кричать «Народ!» На пупок! Вова, мне скидывать анкету? Анкету тебе дублировать, Володь? Да, давай, да, дублируй мне анкету, я сейчас буду, типа, чекать все обязательно. Так, вот, значит, первая участница. Я мувы. Кто это у тебя такое на пальце? Давай, это, погоди, это та девчонка, которая больше всем понравилась, так. Ясно. Ну, скорее всего, да. Да-да-да-да-да, так что вот. Давай, мувы. Ничего, это самый страшный. Эй, да я, блядь, не знаю. Я рассчитывал, что Жош будет пиздеть, но, видимо, судя по всему, я буду пиздеть, блядь. На! С кем пиздеть? Чё ты спросила? Я спросила, что у него... У меня? Что он крутит. Мне 2 раза спросила, он не услышал. Нахуй я что-то выдумываю, когда могу просто Дискорд на весь экран открыть, и мне будет... Алло. Hello, Kitty. Народ. Здравствуйте. Привет. Здравствуй, ух ты. Привет. Нихуя ты солидная. Прости. Спасибо, я знаю. Так, значит, добро пожаловать, значит, на стрим. Значит, тебя зовут Полина, правильно? Да. Стесняюсь. А я тоже стесняюсь. Да, я тоже стесняюсь, типа, чтоб ты знала. У меня руки поэтому... трясутся, видите? Нихуя ты. Мне кажется, что давай материться, я боюсь. Не надо материться. Так, а значит, родилась в Минске. Как там ситуация, кстати, сейчас вообще происходит? Ну... То, что батька выходил с автоматом, это вы все видели, нет? Да, это все видели. Все как-то напряженно очень, так что надо скорее валить отсюда. Какой-то странный вопрос задал. А какой? Я хотя бы хоть что-то спросил. Вы сидите, алло, уважаемый мужчина. Так, Серёж, надо было подготовиться с вопросом. Первый, да, я ему сказал, подготовься с вопросом. Рожа, давай вопрос, который ты мне говорил. Вопрос, который мне говорил. Нет, пожалуйста, я прошу. Жожа, перед тем, как ты задашь вопрос, погоди, тихо. Если бы у тебя был выбор всю жизнь какать или всю жизнь писать, что бы ты выбрала? Всю жизнь писать, наверное. Да, я тоже выбрал, кстати, такое же. Молодец. Отлично, это, ну, это отлично, да. Не нужно бумагу даже тратить. Молодец, сейчас. Так, потом. Погоди. Ну, не всегда, знаешь. А нормальные вопросы будут или ты хуйню будешь спрашивать? Нет, только я только это придумал. Подожди, мне сейчас еще что надо придумать. Не знаю, блядь. Ты вообще будешь задавать? Даша, может, ты можешь задавать, алло, Вова, ты... Я могу любые вопросы из чата задавать, только нет. Лариса такой. Гуздеева, у нас Владимир Барчишкин сегодня. Я ты очень красивая. Афина! Спасибо большое. А кто я? Ты не умничай. Что? Вообще, давай так, Полина. Как вообще решила, вот такая, почему бы не подать заявку, с чего вообще началось? Ну такая... Я, значит, захожу в основной паблик Братишкина. Пострижися! Привет, здорово, братик, пострижися! Не знаю зачем, но просто. Подаю заявку в группу, через день, через 2 дня. Чем занимаешься? Сколько и я утром, лет? Даже Жо-жо. Помню, было 8 утра, я строчу в заметках, как типичная девочка... весь этот текст, потому что я подумала, что а если будет как реальное шоу, и мне нужно правда рассказать о себе все человеку, который меня ни разу в жизни не видел и не знает о моем существовании. Вот, я это отправила, и потом я думаю, черт, меня либо растопчут за такие откровения в моем тексте, то, что я вырвала кусок себя и положила в этот текст, либо мне как бы
оливковую веточку дадут в руку. Ну, ты, вот, видишь, ты с первым вариантом ошиблась, потому что изначально всем очень понравилась твоя заявка. Прям сразу, моментально. Мне потом очень много приходили сообщений, что у меня хорошая заявка была. Это было очень, пожалуй, приятно. Пожалуй, самая лучшая, да, пожалуй, из всех. Спасибо. Я потом хотела поменять это все, потому что думала, блин, как-то не круто. Но в итоге вот видишь, там половина тоже и поменяли. Остановила себя, да, и ушла просто делать свои дела, и вот, да. Так вот все и осталось. Даша? Чё я? Не знаю, что сказать. Такая девочка, ну, реально... Нет, ты милая очень. Мне нравится. Мне нравится. Я хочу. А тебе это... Ой, ладно. Чё? Я всегда хотела сказать, что у тебя очень красивые волосы, и я очень завидую тебе. Ой, спасибо, спасибо. Просто... А тебе да, девочки не нравились? Бывало, знаешь. Я думаю, Зря, мне кажется, Дашу позвали, нет? Да, по-моему, не зря, слышишь? По-моему, зря заявку именно на тебя заполняла, когда можно было на Дашу. Жожа, ты тоже девочка, ничего такая. Ладно, ладно, простите за шутку. Да не-не-не, ты не стесняйся, все нормально, все нормально. Ну, я тоже не стесняться. Так, он веселый, ты пишешь, он веселый, я как сторонний наблюдатель не могу сказать, какой он в жизни, а вообще, как, скажем так, давно его знаешь? Или ну, слышал о нем? Так сказать, я редко захожу на стримы, потому что у меня нет времени особо как-то следить за этим, особенно это по вечерам, да? Погоди, ты тот человек, который смотрит повторы, да? Да, вот, я теперь увидел лицо людей, которые смотрят повторы на Ютубе. Да, на Ютубе или правда на Твиче? На Ютубе я иногда на Твич захожу, ну, зависит от ситуации, так сказать. Мне очень жаль, прости, пожалуйста. Да ничего страшного, типа у всех разные приколы, это в формате шутки было. А, смотри, а вот ты написала в 22-м пункте о том, что у тебя отношения длились 8 месяцев. А, да. Дальше за ручку никуда не ушло. А вот почему, если не вопросы, почему расстались вот такой? Потому что мы не сошлись... характерами, как бы тупо это не звучало. Но это правда так. Жизненно, да. Да, знакомо, да. И это сложно объяснить, почему. И вот. А почему дальше не зашло? Потому что мы были очень хорошими друзьями перед этим. И... Да, ну, то есть ты его знала довольно долгое время, да? Да, мы сидели за одной партой в течение 3 лет, и как-то так получилось, что вот, да. И вот. Простите, у меня здесь комар летает. Ничего. Чат, вот, закройте, пожалуйста, что-то мне не нравится, блядь. Вы нахуй будете сейчас оскорблять участницу, пизды вам дам всем. Не очень вышло круто. Вот, на этом все. Смотри, я, короче, сразу могу сказать, то есть шоу — это все хорошо и прикольно, но, допустим, если даже в рамках шоу, да, вот, опять же, чтобы ты понимала, ты вот отправила заявку на Жожу, но по большей степени сейчас ты подала заявку для чата. По большей степени. Или для меня. Осознаешь это, да? То есть, по факту, сейчас, даже если что-то не получится, да, в идеале, то есть в любом случае. Я уже это поняла, так да. Вчера я собиралась посмотреть стрим, так как увидела то, что будут читать заявки. И отвлеклась на сообщение ВКонтакте, и мне пришлось узнать о том, что меня прочитали из комментария человека в Инстаграме. И потом у меня полетел интернет из-за этого, и я вообще не могла. Ну, это понятно, Беларусь, все дела. Да. В общем, много какие сообщения приходили насчет заявки. Было, правда, приятно, и приятно за ваши все слова. Да. Вот. Бля, у меня ебло покраснело. Так. Мою маму очень заинтересовал... Жожа, мне пришлось рассказать ей, зачем, собственно, я тут сижу, обставленная всеми гаджетами. Она попросила фото, а фото никаких нормальных нет. Мне пришлось показать фото, где ты, Жожа, с коркой арбуза на голове. И что она сказала? Что она сказала? Она ничего не сказала. Она такая, ну, малая, давай. Да. Я приму любой твой выбор. Так, значит, смотри, 20-й вопрос. Поступить на биотехнологии, выучить еще один язык. Что такое биотехнология, в принципе, мне бы вот хорошо бы узнать. Биотехнология. Не, я понял, что такое, но чем... Логично. Логично, расскажи. Ну, просто сидишь в лаборатории, изучаешь по большей степени какие-то микроорганизмы, и как-то это очень тесно связано одновременно с химией, с биологией, как нормально, да, в общем...
изначально я хотела пойти на врача, но потом я поняла, что моих сил тупо не хватит, чтобы поступить туда. И пришлось скинуть свои ожидания до биотехнологии и фармацевтики. И сейчас как раз-таки из-за коронавируса достаточно легко подать заявление с низким баллом. Так что, да, мне может повезти. Прямо как сейчас. Я, кстати, вступительные экзамены тоже, знаешь, как сдавал. Никто не знает, но мы коллективом пришли на экзамен, сидел один я с камерой, и говорю, пацаны, и вот так вот сидел, пацаны, блядь, чтобы у него рот не было, когда он разговаривал. Читайте вопрос. Решу ЕГЭ. А сам сидит такая жаба там такая, смотрит, блядь, такая, так. Да и вообще похуй было. Да, всем похуй, встал, блядь. Мне кажется, она даже не видела тебя, у нее она, я видел в ее очках отражение, что она в одноклассниках скроллила мемасы, типа, поэтому... Так, смотри. Вы вообще знаете, что у вас конкурс, так сказать, больше и серьезнее был, чем на одно место в медицинском университете? Я вообще как бы в шоке сидела, когда узнала. И я со своей подругой, которая тоже давно тебя смотрит, Братишкина, вот, сразу начала ей писать, боже, куда, что я сделала? Почему? Это все было как-то случайно и спонтанно, так что... Девочки, можете без заявочки. Чё ты нахуй несёшь? А, скажи, вот ты говоришь... я понял теперь, почему ты заговорила про волосы. Это вот я прочитал 13-й пункт, потому что второй раз. Да. И вот 14-й, поскольку я рюса, у тебя есть какие-нибудь рисунки показать? Было бы клёво. Нет? Я рисую на компьютере, и эта работа заключается в том, чтобы с китайских, корейских цветных комиксов убирать бурятский текст и вставлять русский. То есть я убираю текст, чтобы потом переводчики могли вставить туда русский. Пиздец. И прикол. Все примеры работы у меня как бы в компьютере, так что да. Есть там пару хороших моментов, но я не особо профессионал, так сказать. Любитель, который мышкой может отрисовать кирпичную стену с нуля, так что да. Такс. Мне интересно, Серёж, что ты думаешь? Чего ты сидишь, молчишь? Да, вот Серёга вообще что-то выпал. Я засмущалась. Ну, потому что, блин, я не знаю, типа, ты вот очень добрая девочка, да, и даже что надеялся? Я думал, залетит, типа... И йоу, ебать, слышишь? Да, йоу, ебать, салам алейкум, блядь, и начнётся сразу, а ты не материшься, типа, ты сидишь такая... Нет, тут, конечно, будут, но это стримерши, скорее всего, будут, нежели девчонки. А ты материшься в жизни или нет, или как обычно происходит диалог с тобой? Бывает, когда эмоции прут через край, например, вчера, когда... Просмотрели мою анкету, было, да, корешок за мной. Смотри, Инстаграм, если что. Так, а у вас в Беларуси границы открыты или нет? Открыты, но если бы мне ехать, вот сейчас я буду возвращаться обратно в Польшу, то как бы моя семья должна будет сидеть на карантине. Но поскольку я ученица, то никто не сидит на карантине из нас. Вот. Блин, я даже не знаю, что еще спросить с восьми так. Я очень удачно выбрала белую кофту, я хотела красную надеть, и мы теперь живем. Да, кофточка очень красивая. Спасибо. Так, ну короче, смотри. Наверное, все, я хочу, чтобы пацаны заново Nugget и тут оформили голосование, и в принципе снова... Как вам приятно, неприятно на общение вы оценили, то есть все в совокупности. Кофточка очень хорошая, согласен. Проголосовали, и Наги опять заполнил таблицу. У тебя кофточка тоже очень хорошая, мне нравится. Мне мама купила 2 дня назад. У нее хороший вкус. Сергей, Ась. А что у тебя на шее появился какой-то новый модный ремешок? Это ремень, это... Собаки снял? Смотри, сейчас снял, и вот. Все, сегодня я так и знал, что ты так пошутишь. Так ожидаемо, пиздец, было просто. Кто бы говорил, боже мой. Кто бы говорил, я бы говорил. Зачем ты себя признал? Ты понимаешь, какие у нее эмоции сейчас в голове зарождаются после этих всех дам прекрасных и негативных? И она сейчас не надо кого выплеснуть и уплескивает их на меня, поэтому... Так, скажи, а как ты в школе как училась, Полин? Негативные эмоции. Я в школе, именно в школе до 9 класса я училась... Вполне нормально. Тот парень, с которым мы встречались, помогал мне с физикой.
и давал мне списывать, а я ему давала списывать биологию и химию, ну, соответственно. Вот такой у нас был странный симбиоз. Вот, да. Но у нас в наших реалиях обычно... Он давал мне списывать, а я просто давал, обычно бывает. Ну, я понял. Так, со мной бывает сложно, поэтому я стараюсь редко конфликтовать. Я культурно. Это шутки. А что, шутки нельзя тут шутить? Но мне просто... Я краснею. Почему так кринжово? Потому что девочка максимально милая, и я боюсь, блядь, задать какой-нибудь вопрос, и она обидится. То есть она максимально не подготовлена к этому. Все в порядке, все в порядке. Все в порядке, но я понимаю прекрасно, что такое появиться там, допустим, на большую аудиторию. То есть, ну, я... Это вообще первый случай, когда ты где-то выступаешь, там появляешься или... Да, да, первый случай в моей жизни. А ты там в детстве в театре нигде, в кружке никаком не играла, там в школе, например? Когда-то ходила на танцы, но как бы родительским составом это ограничилось и дальше никуда не вышло, вот. Какие вообще... И максимум это 3 подписчика на ютубе, на канале, там, где я ем печенье, так что... Неплохо. Это все мои подруги, один мой аккаунт. Обзор на печенье. Да. А на какие кружки еще тебя мама записывала, если было такое? Была гитара. К сожалению, я не гитарист. Бросила играть, потому что не хватало времени, и я устала от этого. Я училась играть на гитаре 3 или 4 года, честно говоря, точно не знаю. И в итоге я ничего не умею. Ну ничего, это можно наверстать, в принципе. Я в школу 11 лет. Ну что, какой у нас в итоге балл-то? 5. 89%. 89%, 5, нихрена себе. Слушай, ты продолжаешь меня удивлять, честно. Молодец, добрая, открытая, типа, вот Инстаграм. Мы тебя отпускаем. А, ну, опять же, мы подведем итоги в конечном итоге, чтобы ты знал и все остальные участники знали. Я тебя в Дискорд добавлю. Спасибо, но я Дискорд только сегодня установила, даже не знаю, как им пользоваться. Вы понимаете, сейчас, это для меня был большой... Чел, давай ты её в директ сейчас добавь. В Инстаграм подпишусь. О боже. Я в шоковом состоянии сейчас. Да из-за чего, блядь? Мне Таня, знаешь, что пишет? Знаешь, что Таня пишет? Что Таня пишет? Сейчас. Блять, посмотреть не могу. А, я думал, она не хочет смотреть, типа, блядь. Хорошо. Таня просто предупреждает, если будет какая-то женщина отвечаться в окна там или что-то спрашивать, блядь, не игнорирую ее, это Таня. Она просто боится за меня и поэтому проверяет девушек и не допускает. Да, это нормальная девочка. Таня хорошая. Интересная мама. Мы тебя, получается, отпускаем, спасибо, что пришла. Спасибо. Спасибо большое всем. Если что, там какая-то информация в беседе. Нет, еще спасибо большое, что заявку отправила. Это правда очень приятно. Я не ожидал вообще то, что когда будут делать эту анкету, люди реально будут серьезно подходить к этому. И вот как ты, типа, выкладывать свою душу в сообщение. Это очень приятно. Я только сейчас об этом понимаю. Даже если вы писали без какой-то либо цели, но вы потратили время на это. И ты потратила много времени, смотря по заявке. Типа. Поэтому спасибо большое. И приятно. Надеюсь, спасибо большое вам тоже. Сейчас чуть. Что там про надеюсь? Надеюсь, что-то сказал. Надеюсь. Не боюсь, я думаю. По правде говоря, как бы для меня это шок сидеть и общаться с вами. Так что да. Ничего такого нет. Клоны обычные. Да. Подписался! Кошмар, а куда она улетела-то? Она? Ну да. У меня камера выключилась. Она что-то... Алло. Так, ну и... Полина. Алло. А, не слышно нас, наверное. Я тут. Да, сидеть с нами, ты говорила, и там потом пропало все. Зависло, простите. Телефон пригрелся, наверное. Но ничего в этом необычного нет. Типа, мы все обычные люди, такие же, просто мы стримеры, вот и все. У нас такая работа. Поэтому все, спасибо. Не называй так больше. Мы тебя отключаем, да. Спасибо, что пришла. Спасибо большое. Не отключай, ты уходишь сама, почему? Сама, да. Сама, да. Пока. Пока, давай, да, нажимай. А то будет некрасиво, если мы отключим. Ага, у меня сейчас телефон завис, так что лучше выкинуть. Ага, меня, хорошо, ладно. Ну не выкиньте, а отключите, да. Так, бля, ебать, ну, по-моему, тёлочка ничего, кстати, вообще. Ну, темп задала. Девушка, темп, да. Темп она задала ебейший. Не, Вова, ну ты со своей шуткой, конечно, он мне давал список, а ему просто давал вариант. Так я думал, она так и скажет, нет.
Не, по-другому сказала. Да, 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 Гвин, мне она тоже понравилась, пока что, но я не знаю, она очень приятная. Она хорошая, просто... Она видно, что она невинная и не испорченная вообще ничем. Мне кажется, она не будет терпеть... Да, ну футболочка белая очень хорошая, прошу заметить. Мне кажется, она не будет терпеть, Сережа, мне кажется, она нахуй. Чаще нам носила... Даш, ты вообще... Ты вообще, ты вообще. Хорошо, да не перебивай, пожалуйста. И... Мне что я хотел сказать, просто тяжело то, что дистанция, она в другой стране вообще живет, и поэтому из-за этого вопросы возникают, правда, тяжело из-за этого. Ну, мне как лично, может, это ничего не значит, дистанция, типа, расстояние типа, между городами, но сейчас для меня это вопрос является, да. Ну, хорошо, Владимир? Давайте это хорошо, самое. Следующее, Владимир. Я добавил Инстаграм. Сейчас. Да дальше, давай, так, блин, нет. Скиньте ее инсту еще раз в чат, поспамимся, типа... Владимир Братишкин. Бля, ебать. Myrtle.666. Она молодец, она первая задала темп, хотя бы мы теперь знаем, как это вообще будет выглядеть примерно. То есть чисто все импровизация, никто ничего не готовился, и второй день он тоже импровизирован. Я вообще не думал, что мы будем финалы типа проводить. Ну вот как-то само так вышло. Так, в общем, я тебе скинул заявку. Донаты выключены. Я тебе скинул заявку, это у нас... У него кошка есть, блин. Блин. И чё? 84%, 84% за 5 было. Я тебе скинул заявку, может, а ты открыть? Как, по от лучших к худшим вариантам? Ну, ты же сам так сказал. Нет, давай, типа, рандомно вообще. Может, да, давай ещё ну, рандомно. Ну, всё, ладно, я тебе заявку уже кинул, типа, давай, ну, да. Точнее, это чё, Лера, хорошо, которая 98-го года. Ну, это сейчас попроще будет, слышишь? Да. Тогда, так, я могу... 98-го. Да, чё, 98-го, да. Алло, алло, Лера. Привет. Хай, приветики. Привет. Хай, хай. Салам алейкум. Блять, началось. Ты получил, она послушала. Не-не-не. Ну, естественно, я смотрела первую участницу. Мне понравилось. Очень хорошая, милая девушка. Всем хай. А про себя что расскажешь? Приветики. Хорошая, милая тоже. Ой, если быть честной, на самом деле... Я не знала, как писать заявку. Либо это делать в рофл, либо это делать на полном серьезе, поэтому я сделала что-то 50-50. Вот. Ну и, в принципе, в жизни я также 50-50. Со мной поржать можно и посюсюкаться. Не хватает, я ждал. Блядь, дядь, можно анальные бусы убрать, пожалуйста? А, значит так, культурно выпиваю по вредным привычкам. У нас тут вопрос, это как понимать культурно выпиваю? А когда какие-либо праздники, иногда пью винишко, вискарик, вот, и такое бывает. Все-таки девочка уже взрослая. А как правильно вискарик пить? Не знаю, как пьют его мужчины, но я мешаю его с колой. А лед? Ну, лед обязательно. Айс! Это в любой напиток. Айс! Просто у меня вчера возник спор, типа, как правильно пить виски, и мне сказали, что его разбавляют с водой. А ты какой-то, тебе неправильно подсказали. Да, это моя девушка мне подсказала неправильно, блядь. Осуждаю, ладно, извиняюсь. Да не-не-не, я это просто спор был. Мы пили виски соком. Я никогда просто не пробовала с водой. Что ты там пила, малая? Агушу, чего, с чем? Нет, да, агушу. Не, ну я не пила, я видела, как они пили просто. И там был сок, потому что я это сок выпивала. Скажи, а вот ты, получается... Сейчас, от Лера, да. Значит, у тебя своя хата или ты снимаешь, и вообще как решила стримить? Вот пока что нет, я с родителями живу. Угу. К сожалению или к счастью, я не знаю, но пока так. Я планирую в ближайшем времени снимать, но пока нет такой возможности. Ну вот, допустим, вот произошло. А вот как так вот, что ты 98-го практически, ну моя ровесница, тебе получается 22 же, наверное? Да-да-да. Я тоже хотел задать вопрос. На такого малого! Я тоже хотел задать вопрос, типа, ну, во-первых, давай как бы логически рассуждать. Посмотри на меня. Похоже, что мне 21. Я очень сильно сомневаюсь в этом. И, в принципе, мой круг общения состоит из либо моих ровесников, либо людей чуть помладше, так как я как бы тоже, ну, ага. Стример, там, инстаграмер, неважно, я веду соцсети, и как бы на меня подписываются те люди, которые выглядят примерно так же, как и я, то есть моего возраста. На тебя подписываются, если честно, мне кажется, на всех из нас подписываются, или дети, или 10, 11, 12. Ну, кстати, на самом деле, ну, в общем... Ладно, Жожа, да. Можно попросить тебя, как что-то почему-то я ее у тебя в наушниках слышу. Блядь, ну купи наушники, мне что, блядь, делать, ебать? У тебя реально эхо.
Постоянно, последние дня два. Смотри, как он удивлен, блядь. Же. Симу вам меньше разговаривать. Он говорит, купи наушники, а я-то при чем здесь, блядь, вообще? А я тут при чем, вам дискомфорт, вы решаете. Да, мне наушники. Так, погоди. Почему ты считаешь, что все думают, что ты какая-то суперсука? Вот. Хорошая, на самом деле, тема для разговора. Дело в том, то, что я делаю такие фотографии, на которых у меня лицо очень пафосное. И почему я их так делаю? Потому что, мне кажется, у меня так больше выходит. Так больше получаются фотографии. Лучше, качественнее. Не знаю. Потому что, когда я улыбаюсь, это уже как-то немного не то. И, как вы могли заметить, я оценила себя 5 из 10, потому что у меня слишком заниженная самооценка, и этому есть как бы причина. Возможно, если вам интересно, я чуть позже расскажу. Да нет, давай сейчас. Сейчас, хорошо. В общем, была такая ситуация в старших классах, когда мне очень нравился один мальчик, и я решилась рассказать ему то, что он мне нравится, и то, что вот у меня к нему есть чувства. Я решилась, подошла, сказала ему это все, что он мне ответил, то, что фу, че, реально? Типа, давай, пока ты страшная. Вот, и мне после этого стало, на самом деле, так обидно, и из-за этого у меня получился вот такой вот комплекс, сформировался. А сейчас он, наверное, смотрит такой, блядь, ебать, дебил. Я не знаю, я с ним сейчас не общаюсь, поэтому... А ты не смотрела, кем он стал? Обычно таких в армию забирают, типа, и все. Да, как чмошники становятся чмошниками. Просто я такой человек, если у меня в жизни появляется какой-либо негатив или негативные люди, я стараюсь их отсеивать. То есть я не хочу, чтобы в моей жизни появлялся какой-либо негатив. Тогда я быстро улечу у тебя в жизни. Можно даже не рассматривать. Это мы еще посмотрим. А, нихуя, вот так вот. Ну, там как пойдет. Ну, смотри, ты сказала, что ты соло, да? Я так понимаю, свободно. Да. Да. Окей, сейчас к этому вопросу вернемся. Навыки бесплодно, что за хуйня? Можно это останется необсуждаемой темой? А, блядь, ну ты сама написала тут, типа. Ну окей, ладно, на самом деле это рофл. Я просто сижу и думаю, какие навыки? Какие у меня могут быть навыки? И это, чтобы немного разбавить серьезную анкету, я решила... Блядь, ну я на полном серьезе думал, что ты бесплодна. Я тоже подумал. Я видела твою реакцию, я видела реакцию чата. Да, это было достаточно забавно, но нет. Я все со мной хорошо, все отлично. Откат, полный бак не заправляем. Смотри, что я первое спрашивал, получается? О, видите, вы покультурнее, ты же это девушка. Это девчоночка, которая рофлы понимает, вот уверен. На со мной можно быть проще, да. Какие у тебя в последний раз, сколько у тебя длились в последний раз отношения? 3 года, и я рассталась примерно полгода назад. И я хочу сказать, что это огромный опыт для меня, но опыт очень печальный. Он был старше тебя или нет? Нет, он был на год младше. Ну ты, я так понял, помоложе любить. Тебя что-то все дальше и дальше заносит. Да нет. У меня так же просто, меня вверх, типа. На самом деле возраст это не показатель, я так хочу сказать. Это правильно, да, это правильно. Абсолютно. Что-то я перебил, по-моему. Да, так, вот да, тут да. Такой... У меня такие же кружки есть, кстати, сейчас покажу. А вот вопрос, ты вот, да, получается, свободна была, да, вот ты писала, вот тут как написано. А вот в Инстаграм заходишь, там чел какой-то стоит, это кто? Боже, я устала всем объяснять, очень много сообщений в директе после вот твоего как раз шоу. Удаляем. Ребят, это модератор, это мой модер просто. И что? Я с ним встретилась первый раз в жизни и единственный, поэтому это не мой парень, мы просто сфотографировались на память. Это очень фотка такая, как будто это не модератор. Он у меня как младшая сестра. Почему сестра? Ну, потому что я его не могу воспринимать как мужчину, к сожалению. А почему? Ну-ка, каминг-аут модератора. У нас с ним такое общение. Нет, он не гей, у него есть девушка, как бы все нормально. Но просто я к нему отношусь так, как, ну, знаете, к такому ребеночку, такой вот девочке хорошей. У нас просто так сложилось общение изначально. То есть он себя так позиционировал, поэтому так. Блять, он реально за кружкой ушел, блядь, или что? Ну, мы, в принципе, сейчас чату подберем. Ее получается, что сидит. Размером с лицом. Даш, пока Жожа не видит, не слышит. Сейчас, быстрее. Ага, стоп. А ты как, тебе девочки нравятся, правильно я понимаю? И в том числе. Нет. Ну, как бы, естественно, девушки меня привлекают, но не как в плане, там... Меня мужчины тоже. Нет. То есть, как бы, ну, девочка... Я могу там позавидовать в хорошем плане, там, внешности, пообщаться с ней, но в плане вот этого там нет. Что бы ты хотела изменить себе, ты пишешь излишнюю скромность. Есть такое.
Так а не вижу, чтоб ты скромный был. Я тоже, я не знаю, как плавнее сказать. Если бы я выступала первой, если бы вы меня сюда вытащили первой, я бы капец, наверное, тут ни бе, ни мея, ни кукареку. Ну, у тебя преимущество, ты же стример, типа, все равно работаешь в этой сфере. Я пытаюсь, я стараюсь с этим работать, понимаешь? Я за этим и пришла на Twitch, как бы, чтобы искать общение, новых друзей, и чтобы... Мне кажется, по итогу я тебя просто подруг здесь найду, а Сережа так и будет один сидеть. Ребята, ножницы. Что ж, там сидит, втыкает. Не, я здесь. Я просто принес кружку, у меня такая же кружка есть. Во! Вот смотри, еще такой вопрос. Значит, прожить так, как я хочу, а не как говорят другие. Это как понимать? Это на самом деле тема болезненная для меня, потому что, к сожалению, у меня очень строгие родители, и до сих пор они считают меня маленьким ребенком, который должен делать то, что ему скажут. Поэтому я и, собственно, съехать-то хочу, чтобы строить уже свою собственную жизнь, чтобы жить одна, чтобы прожить жизнь так, как я хочу. А хочу же прожить свободно, без упреков, без какого-либо, опять же, негатива, я повторюсь. Бля. Мне Дрейк нравится, в чате пишет. Да, Жиза, слушай, 16 лет кенту, блядь. Ну, как бы, ребят, да, я напомню, мне 22. Проблема в том, что она совершеннолетняя уже давно, да. Да, да, и типа... Так, а... Мы живем как можем. Почему ты считаешь, что... Ага, хорошо, нет, это хуйня вопрос. Сейчас, очень сложно просто без подготовки. И я специально, короче, меня попросили... Да у меня у самой ноги трясутся, Вова, ты не представляешь. Я тебе сейчас бы ножки показала. Давай! Не-не-не, я не про это, вы чё? Вы чё, не-не-не. Давай все после, потом покажешь, что надо. Хорошо, мы спишемся. Хорошо. Блядь, что? Муж пришла, блядь? Не, ну... Ребята, рофлы рофлами. Так, люблю готовить. Да, чё готовишь? Обожаю. Чё готовишь? Всё подряд. Начиная от, не знаю, каких-нибудь легких десертиков, заканчивая какой-то жесткой, не знаю, там, мясо, выпечка, шашлыки, что угодно. Просто, знаете, у некоторых есть такие хобби, которые их расслабляют. И вот, типа, готовка — это, как у меня, одно из. То есть я в этот момент... отвлекаюсь от всех своих мыслей, и, допустим, я просто сижу, готовлю, там, музыку слушаю в этот момент. Тоже люблю готовить. Расслабляю. Гречку, рис. А почему ты это вот пишешь, планирую переехать и завести собачку, так? Да, хочу себе собаку. Коты не заводят? У меня была кошка, и, к сожалению, у меня была... Была даже не одна, была... Раз, два... Три кошки у меня было, вот, и, к сожалению, кошки вообще меня не воспринимают как хозяйку, они меня скорее воспринимают как какую-либо конкурентку, что ли, вот, и поэтому мне это не нравится. Ну, типа, очень непослушные животные, а собака — это прям реально друг человека. У меня была собака тоже, но она, к сожалению, закончилась. А конкурентки к кому? Не знаю, типа, кошки, наверное, просто ревнуют хозяина. Кошки, в принципе, вообще так себя ведут, это так... На будущее. Ну вот, поэтому мне не совсем они нравятся. Так, хорошо, а собаки воняют? Не, мне заебись, понимаешь? А собака воняет, Вов, кто не воняет? Помой собаку, она не будет вонять. Я мало потею. Она воняет все равно. У меня аллергия на кошек, поэтому кошки, собаки заебись. У Дрейка, кстати, собака капец воняет. А Дрейк сам воняет? Не знаю, не, ну собака вообще такая вонючая просто. Ужас. Дрейк, помой собаку. Так, а вот 3 года, да, ты говорила, почему рассталась-то в итоге? Нет, не говорила. А вот скажи, да. Была измена. Ух ты, оу фак, оу хоули фак. И после этого я очень сильно разочаровалась просто во всем мужском поле. Я понимаю то, что это неправильно абсолютно, и я очень поломана после этих отношений. Вот, я сейчас немного болезненно. Я бы тебя собрал, блядь. Бля, ну, короче, пиздец. Бывает такое, бывает, да. Так, я не жалею, на самом деле. Я очень рада, что меня жизнь от этого человека отвела, поэтому все отлично. Я не это. Бля, как вот от такой вот можно изменять, не понял. Так, но... Чё-то да, надо самооценку поднимать, конечно. Ладно, короче, смотри. Чё-то мы с тобой засиделись, на самом деле, поэтому... Мы сейчас проведем голосование. Опять же. Я тебя в Дискорд добавил, если что, звони. Я хорошо, хорошо, Жожа, хорошо. Слышишь, Жожа, я просто тебе так скажу, блядь,
Там Аним, блядь. Пиздец, бал занизил себе, блядь. Не говори так, фу, блядь. Да ладно, Шурлов, вы чё, ребят? Так, смотри, я тебе чё говорю. Я тебе чё говорю, Жожа. Там уже круглый, блядь, в комментариях, блядь, если чё, обитает, блядь, у неё в инстаграме, я чекнул. Охуел пузатый, блядь. Мамка? Да, слышишь, это правда. Алё, круг... Она мне комментарии написала, я ей написал. Она говорила, что Маке тоже девочку. У него единственная семейная ценность — это нож. Я у него вчера его, блядь, заскамил его на нож, поэтому, блядь, с ним может... Мамака — это тоже моя подружка, поэтому ничего серьезного, ребят. Куда, блядь? Не, может, серьезно, он один тоже плачет. А он такой говорит, бля, у меня такой друг есть. Я не претендую на него. Я тоже не претендую ни на кого. Да Ламак, ты боишься просто. Да Ламак, понятно, блядь. Не надо, чё, Ламак мужчина в самом соку. Я ему тоже девочку надо найти. Да, чё ты говоришь? Но я не хочу. Ну, значит, чё, Ломака, блядь? Так, ну, короче, за пятерку 69%, типа, окей. Все, мы тебя отправляем. Спасибо. Все хорошо, не переживай. Спасибо. Ой, ебать, ты чихнул. Пока. Пока. Ну что, соска пиздатая, кстати. Вова, я скоро еду в Москву. У меня столько встреч с девочкой. Я не знаю, как уложусь, типа, в период этого времени, когда будут в Москве, серьезно. Чел, просто с такими пустыми яйцами, блядь, в кукурузку, блядь. С изюмом приедешь назад, понял, в Армавир? Ой, блядь. Такая более открытая девчонка. Тоже типа преимущество, то что она хоть и писала, что она скромная, но мне показалось, что первая более скромная. Но опять же, у этой было преимущество. Ну, это стримерша, да. Ну да, просто вот, если честно, первая, она прям очень серьезная. Мне кажется, Нихуя не понял, что тебе кажется, ну, блядь, что... Пиздец, сейчас половина дискотеки. Ну давай, давай следующую. Так, пересылаю. Владимир Шишкин. Шишкин? Да-да. Ёбнулся, блядь, сидел бы нахуй. Вальдемар, блядь, Вальдемар. Так, я скинул... Так, блядь, я никогда не забыл. Йоу, Ростов-на-Дону, блядь. О, это недалеко от меня. Все круто. Суть в том, чтобы у тебя в каждом, короче, городе было по одной девчонке, понял? Во, в городов дохуя. Да, и девчонок тоже дохуя. Да. Туда приехал погостить, потом туда приехал погостить. И такой, опа, привет, опа, ебать. Идеально. Ты понял, шейх? Кто? Осуждаю. Что, шейх? Ты знаешь, что осуждаю. Ну ладно. Бан! Так, ну чё, Ламака, где тут? А Ламаки нет, он ушёл. Мы втроём остались. Бля, прикольное шоу, ебать, чё будет? Чё будет с Хесусом? Это я, не представляю! Вов, ты мне деньги тут. Какого хуя, Лариса Гузеева. Я придумал это шоу. Ты придумал? Я Лариса Гузеева. Владимир. И просто знакомиться. Владимир. Да-да, я. Это было тоже. Ой, какая. Приветики. Ой, какая. Привет. Здорово. Будь здорова. Спасибо. Значит так, я бы не сказал, что тебе 16. Девочки. Выглядишь взрослее, на совершеннолетнюю, да. Такс. Слушай, смотри, вот ты скромная сама по себе. Довольно, да. И многословная. Общительная. Так, так, перехожу на второй курс. А где учишься-то, кстати? Сашуля. Фу, я там не отзеркалил. Да не, какая разница, не понимаю. Я учусь в колледже. Каком? Не скажу. Не, ну в общем, а что за... Да, что за направление, хорошо. Да, специальность какая? Коммерция, по отраслям. Ну, продажник. Короче, можно бабулек будет потом. Хата отжимать. Такс. Почему вот смотри, перестать лениться? Вот как много ты ленишься и вообще в чем это проявляется, твоя лень? Очень много. Я ничего не делаю почти. В плане это вообще плохо. Ничего. Ну прям ничего. Я ничем не занимаюсь сейчас. А чем ты занималась летом, когда у тебя была свобода? Делала? Сидела дома или гуляла? Ну вот дома сидела. Ну гуляла, но редко. Так а что она летом должна делать, когда типа карантин был? О, что за вопрос такой? Ну бля, и что, я гуляю еще.
Ты, ну тебя похуй, потому что ты в Армавире, наверное. Ну Ростов, да. Один. Ну, тоже ну Ростов тоже типа там миллион. Так, макияж, значит, хобби макияж, рисование, роспись одежды. Вот, это интересная тема. Что вот это такое? Ты мне сделаешь кастом, если я в Ростов приеду? Ты мне сделаешь кастом? Или как-то? Я хочу здесь нарисовать Буза Ломаки вот здесь. Продолжай, что так вот. Не влезет. Ломаки на... Здесь реально не влезет. Полный принт. Запечатка полная. Я вообще-то тут. Ты можешь описать процесс вообще, как это происходит? Потому что я слышал об этой теме, но не знаю, как вообще все происходит. Просто краски не наносятся на одежду. Все. Можно вопрос? А у тебя работы есть какие-нибудь показать? Только рюкзак. Вот пакет. Покажи. Показать его? Да. Ну там сейчас. Ой! Что это прикольно? Фух, я успел. Я пересрал сейчас, ебать. Блядь, я тоже. А я обрадовался. Да. Ой, спасибо. Да не. Все нормально. Да залагала этот цвет. Понятно было. О, это ты нарисовала? Это ты рисовала сама? Я Серёжу похож. Вау, ништяк, ништяк вообще. Слышишь, Серёг, если тебе серьги нацепить, то... Ну реально похож. Это ты реально. А можно вопрос задать? У тебя... Ты всегда такая скромная? Или ты, в общем, просто сама по себе... Или это связано с тем, что сейчас идет прямая трансляция, и ты из-за этого скована? Или... Или ты можешь быть такая девочка кипяток, блин? Тебе кипяток. Нет? Ну, я, в принципе, такая довольно тихая. Смотри, навыки выживания хочу на необитаемый остров. Почему? Ну, просто там интересно, мне кажется. Я выживу как-нибудь. Как? Представим. Ну, как-нибудь я в Майнкрафт играла. Плюс еще одна подруга. Ты записываешь там? Не, Даша. Я в Инстаграме на всех. Я тебе запрещу общаться. Нет, ничего ты мне не запретишь, нигде ты меня забанишь. Где ты меня забанишь? Володя! Кто это сказал? Ты сказал Володя. Володя, Юс. Так, предпочтение музыки слушаю разные по настроению. Так, добавлю. Так вот, как решила вообще заявку подать? Вот что сподвигло? Ну, я сидела на стриме и подумала, почему нет. Кошмар, вопрос. Ты его смотришь давно вообще как? Я сначала смотрела Перезаливы на Ютубе. Там было очень смешно, я перешла потом на Твич. Ого, ништяк. Вот, ребята, смотрите. Аудиторию переливаем, блядь. С Ютуба может, короче, и на... Очень много девочек с Ютуба, кстати. Да. То есть, потому что, Хоть одна скажет, что она от Хесуса пришла. Ты от Хесуса? Интересно. Мне кажется... А ты смотришь Хесуса? Мне кажется, девочки от Хесуса, они в радиус вебки поместятся. Смотри. Заставляет посмотреть Хесуса, не надо заставлять. Не, просто посмотри, понравится тебе, на Серёжу даже смотреть не будет. Да, Даш, ты перегоняешь, да? Даш, если честно, Даш, если честно, то ты можешь шапку говорить, потому что она мне на фулл. Я не для себя камеру включила. Если честно, я не для себя камеру включила, если честно. Я включу тебя, да. Я, может, сейчас кого-нибудь мальчика найду. Тоже. Да, ты же говорила, что тебе не нужно. А так, много чего говорила, сейчас что-то думаю. Тань, ты тоже? А что с вебкой? А что с вебкой? Телефон, наверное, перегрелся. Пропала вебка. Блять, Дискорд реально телефон перегревает, это такая дичь. Согласен. Это вообще просто жесть полная. Полностью согласен. Да. Не, ничего, ты не работает. Ну, это не работает, ладно, смотри. Такой вопрос. Бывает токсичу, стараюсь не перегибать. При каких случаях ты можешь токсичить, получается? Ну, я очень плохо шучу, бывает. Жожа тоже. И погоди, ты очень плохо шутишь, и из-за этого ты токсичишь на тех, кому шутка не понравилась, правильно? Да. Блядь, смешная шутка, ты уебан, блядь. Нет, просто бываю агрессивная, поэтому... Поэтому ты тихая, ты потом отрабатываешь где надо, я так и понял.
Вот так вот. Тихом омуте, как говорится. Ты сейчас с телефона сидишь, у тебя есть компьютер, ты играешь во что-то, проводишь какое-то время? Нет, я не играю, потому что на компьютере есть, да. А как это так? Вот никто в игры не играет. Странно! Даже Майнкрафт говорила, играет. Майнкрафт. Ну, в Майнкрафт я давно играю. Пушит. Я вот одного не пойму, как можно вот так вот... Я что-то не понимаю, в последнее время просто удивляет то, что смотришь на девочку, она такая, мне 16. Я такой, чего, блядь? Типа, где я этот момент проебал? Вов, мне сегодня Максим сказал, что я на 20 выгляжу. Да ты похуй, Даша, типа, ее и так не слышно, повтори, пожалуйста, Таня. Будь здоров. Таня, повтори. Повтори. Да, спасибо. Да, повтори. Повтори, пожалуйста. А, я думала, я выгляжу младше, чем на свой возраст. Да не-не. Не-не-не, наоборот, вот тот. Да-да. Вот, а у тебя... Вот, из-за таких, как вы, кто в 16 выглядит на 18, потом кентов нормальных сажают, блядь. Ну, естественно, не из-за таких, в смысле, вы все там, да, естественно, там сами виноваты. Я поняла, да. Но смотришь на девочку, такой, бля, 18 лет, ебать. А потом такой, ебаный рот, паспорт смотришь, такой, чё, 16, ебать, всё, давай, пока, откат. А у тебя в 16 были отношения с кем-то или нет? Да. Да, а как долго и чё это самое, расстались, получается? Ну, там не больше полугода было, просто мы в одном классе учились и вместе сидели, приелись быстро. Вот и всё. Приелись быстро было у меня. Да, согласна. Щит. Тоже было. Сейчас, блядь, знаешь, как будто как это, блядь, файтинги, молнии такие. Ладно, давайте, короче, ребят, оценку. Тогда быстренько сейчас. И получается, мы тебя отпускаем. Мы точно все вопросы задали, подожди, нужно дать подумать. Так я исходя из этого. Я хотел сказать, что ты красивая. А, спасибо. Да если чё, он всем так говорит, так не, что... Не-не-не, она правда красивая. Нет, она правда красивая. Я серьезно говорю, нет, правда. Правда, ты красивая. Все девочки, которые были, они правда очень. Да, мне тоже нравится. Особенно там Екатерина такая будет. Балдёжница. Какая? Балдёжница. Екатерина, так, слышишь? Екатерина, да? Давайте следующую Екатерину. Давайте Екатерину, да, слышите, достанем. А там... Там точно не Екатерина? Кайфарик! Вышла. Она вышла или... Дул её, блядь, она, если она орала, вышла сразу. Фу, страшно. Нет. Почему все такие девочки красивые, блядь? Я чел, почему? Не знаю, блядь, я не знаю! Знаю. Вот, знаешь, я не знаю, девочки, наоборот... Вот а, на мы фотках... уже сделали свою очередь. Хорошо, Черник, давай, вот, кто следующий, говорю, начальник. Знаешь, они на фотках, по идее, должны пятерочка быть лучше. Выиграла. Давай, Тань, мы тебя отпускаем. А, она уже вышла. Да, они, по идее, на фоточках должны быть лучше, но по итогу они так, что, короче, на видео лучше. Я пошел сейчас следующий. За следующий. Нет, там своя, слышишь, уже очередь какая-то есть. Блять, своя очередь, это которую я делаю, если что. Ну давай. Я же нахожусь, спрашиваю. Ну что, как? Такая девчонка тихая очень, очень тихая и мало разговаривает, очень мало поговорила. Да, ну я не знаю. Это можно наверстать все. Ну я тебе говорю, ты не сказал, ты единственный, кому не сказал, что ты в Инстаграм подписался. А блять, а я добавился и в этот, как называется? Дискорд. Я не знаю инсту. Я хотел спросить. Инсты не было. Чел, они сегодня первый день этот Дискорд, блядь, поставили. Ты их всех в Дискорд добавляешь. Да, блядь, а куда еще все в Дискорде общаются? Дискорд 21 век уже. Он не в Скайпе. Был, блядь, какой Инстаграм? Да, вон я скинул. Скинул? Вся, да. Угу. Тебя еще раз продублировать? Нет, я увидел. Кто тут у нас? Охуй, сразу с ебкой мовнул. Ебать, он отходил тело. Что-то она не включается. Сейчас включится, наверное. Мне нравится, что между всеми девочками я сижу посередине и мешаю такому, да, близкому контакту. Да, если ты пришла специально, да, да. Куда ты там, блядь, скинул тебе? Ой, пизда. Маринетта. Ебучий Дискорд. Марина. Марина, она с телефона пришла. Марина. Бля, у нас что-то слышишь, блядь, это самое же, это... Ой, блядь. Алло! Привет! Нихуя не понимаю. Перемести сервак, слышь? Да это не в серваке дело.
Да, а это в интернете травл, наверное. Не, я вообще, у меня тут типа все, блядь, битрейтят вообще все. У меня тоже, кстати, тоже подожди, пиксельный тогда пипец. Подожди. Сейчас, подождите. Перевез сервер. Сервер. Есть, вот, нормально. Ну, мне все равно не грузится. Маринет, включи-выключи вебку, пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу с девочкой играть в Counter-Strike. Что ты хочешь? С девочкой играть в Counter-Strike. А ты ножом будешь понтоваться? Да-да-да, поэтому. Дорогим ножом, моим... Блин, какой кошмар, что с ней. Маринет! Ты можешь по имени назвать Марина? Я думаю, пока... Ребята, связь с Сыктывкаром у нас наладится спустя какое-то время, а сейчас прямой эфир с Владимиром Путиным, вопросы, прямая линия. А, вот. Вот! Что ты делаешь? Погоди, а что у тебя? Ой, ебать, стопка. Стопка. Что случилось, я не понимаю. Там интернет просто дропнулся, и вот на таком стоп-кадре забавном, слышишь? Бля. Вов, нажми на нее на аву, чтобы он ушел. Мне кажется, ты, блядь, портишь бал. Не, алло, ну сейчас, типа, мы наладим. Давайте она, блядь, починится. Типа, Next сейчас пока что сделаем. Да-да-да-да, хорошо, тогда типа, ребята, блядь, не надо это поорали. Там с интернетом пиздец какой-то. А вот был бы интернет от мегафона. Подбухнем? Да, ну, у меня тут... Нихуя ты, блядь, солидная. Да ладно. Блядь, отпиши, отпиши, короче, ей, отпиши ей. Возможно, нет. Что? Ты ёбнулась. Ой, блядь. Ой, блядь, малая, что с тобой, блядь. Всё, давай, давай, короче, она починится, блядь, я не могу угорать, блядь. Да, да. Ой. Что-то мы сидим ровно. Отпиши, и пусть это интернетом наладит связь, потому что пиздец, типа, ну. Забавная девчонка, типа. В чем рофл, блядь? Уже залез толкнуть? У тебя вырубилась камера. Чел, у тебя теперь вебка тоже лагает, если что. Да не, нормально. Блять, короче, сейчас черника тогда, а потом после нее... Ну ты проверь сам, она работает там вебка или нет. Да-да-да, хорошо. Так, мою чернику. Да, пиздец, ребят, не должно повлиять на бал, типа... Черника, 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 привет, 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 привет. Мяу, мяу, мяу. У тебя микрофон. Да, здравствуйте всем, сейчас я включу камеру, сразу извиняюсь. Здравствуйте. О-о-о! У меня с братом одна комната, короче. Всем привет передаю. Привет, то в чатику, окей? Я надеюсь, вы не против. Ебать, стример пришел. Я благодаря им просто попала сюда и... да. Короче, ладно, я надеюсь, у меня не зависнет, потому что у многих девочек зависла камера, потому что, короче, они через телефон все делали. Да. Давай, врубай. А ты тоже через телефон? Да. Как бы все плохо. Смотри, а ты откуда, я понимаю, страна, город проживания, Латвия, Ли, что это такое Ли? Лепая. Ну я чисто вот, я скажу сразу. Кто? Лепая? Пожалуйста, даже не пытайся. Какая Лепая, блядь? Это что такое Лепа? Да дай ты сказать, ебать. Алло. Это город. Ладно, молчу. Короче, не пытайтесь даже понять, это латышский язык, ладно? Да. Какой язык? Камеру поправлю. Латышский. Латышский. Чё, а, всё, сама какая-то. Так, Ну, блядь, ну просто... Ладно. Латвия, даже не... А Латвия... Латвия и Ладно, там в чате пишут, что... Что-то, походу, душнилово началось. Давайте уже к делу перейдём. Да, его не считай сейчас. Ладно, 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 я не буду читать, ладно, я на вас смотрю, окей. Да, смотри на нас. Так, слушай, по поводу рисования вообще вопросов нет? Охуенные, блядь, мне смайл нарисовал, вообще окей, балдёж. Окей, стой! Что, что у тебя а ещё? А можно немножко разъяснить по поводу смайлов? Или давай. Потом, когда-нибудь? Просто я потом реально когда-нибудь не могу в чате давай. Писать, я бы такой... Ладно. У меня смайликов нет. Или сейчас.
Ну, мне, кстати, чего? Предлагали... Ладно, давайте не сейчас об этом. Так... Черника, успокойся! Ничего не понимаю. Успокойся, успокойся. Успокойся, просто ты слушай, а мы тебе будем вопрос. Ты, блядь, просто эфир забиваешь. Ладно, давайте вы сами скажете. Вот, да, спасибо, типа. Ой, блядь. Слушай, вообще, вот ты пишешь, что типа зарабатываешь, выполняя заказы. Какие, в принципе? То есть тебе где-то, может, паблик есть какой-то, или сколько вообще, в принципе. Стримеров в пабликах. Я, получается, первый заказ был от Анаки, когда он начал стримить, я ему нарисовала смайлы. Недавно еще дополнила. Потом силажику нарисовала, и сейчас вот ломаки рисую. Здравствуйте, да. Привет. А ломака тебе платит? Да. Да, заплатит. Да, говорит, заплатит! Ломака, а ломака такой, ломака такой. В смысле заплатит? Нет, ты что, еблан? Я в отличие от тебя за смайлики платил. Я тоже могу платить, если что. А могу, но не плачу. Да вообще, блядь, вообще пузатый, стой. Маленький. Такс. Ну, чувак. Вот, давай, были ли у тебя, вот ты только рисуешь вот такого формата рисуночки, там, смайл или еще что-то, или были заказы по типу, нарисуй, бля, портрет там, ебать, какой-нибудь, то есть на ватмане? Ну, рисую. Заказов не было, просто я как бы рисую, да, у меня есть паблик, и, кстати, благодаря тому, что меня Жожа зарейдил, у меня уже 100 участников, а раньше там, ну, человек максимум скажи, было. Скажи, а много вообще? Да я не рейдил, просто покидал ссылку, меня просто блядь, карта рисовала. Черника, ёбаный рот, блядь. Извини, пожалуйста. Да все, тихо, просто да эти вопросы задает, и, блядь, пиздишь без умолку, что садить. Нервничаю просто. Да ты когда нервничаешь, ты такая, типа, слушай. Оп, все, спасибо. Я в стримера надо идти, ёб твою мать, блядь, эфир так заполняется. А я уже... Ну... А, ты уже? Окей. Блядь, я не понял, она хочет сказать, такая, а, блядь, не знаю. Не понимаю вообще. Ладно. Я, блядь, забыл вопрос, нахуй, если чё. Я прошу прощения, про то, что она рисовала, про то, что я рисовала, или ты портреты когда-то на заказ, рисунки какие-то. А чё молчишь сейчас? Тебе вопрос. Я просто забилась, я вас забила. Заказов не было, просто, ну, пока что именно только смайлы были, потому что обо мне узнали как о художнице, только, получается, в твоем Вова-чате, ну и все, и поэтому только смайлы пока что. А так, я и в диджитале рисую, ну, то есть на компьютере, да? И, получается, вот у меня я блокноты приготовила. И, я не знаю... Показывает это или нет, но это вообще кринжатина. Короче, я, получается, Вову даже рисовала тупо на тарелке. Ну, бля, типа... это тарелка, которая... Ух, ебать, охуенно, хуя? Слышишь? Охуенно, бля. По фотке, в этой тарелке только... В этой тарелке тут только говно хав. Чел, я в этой тарелке, знаешь, приходишь в какой-то шаурмечную, говоришь, можно мне шаурму, типа, с картошкой и шашлыке, вот. У меня тут вообще рисунки, не знаю, с чем я это вообще... Да не, показывай. Я это все... Ладно, это, короче, блокнот за 2016, и это ладно. Я хотела прогресс показать, но это... Я вообще... Даша, блядь. Рисование, поймите меня, пожалуйста. Я только о рисовании говорю, потому что, ну, как бы это моя жизнь, я с детства рисую, поэтому... А сколько, кстати, с какого возраста? Ну, смотрите, получается... Я помню, у меня прям немного памяти отложилось. Мне года 3-4 было, и я уже, типа, фломиками рисовала в садике, ну, типа, что-то такое, вот, да. А сколько тебе лет сейчас? Мне 17. Ну, там в чате пишут, ей что, 40? Да не, я считаю, типа... Нет, ты пиздец орная, типа, охуенно, слышишь? Да. Разбавила, блядь. У нас темп был серьезный такой. А как мне это воспринимать, ну, типа, хорошо? Да все хорошо, все хорошо. Все отлично, блядь. Все нормально, все нормально. Да, все супер. Так, блять, ёбаный в рот. Я сейчас просто боюсь, типа, вопрос буду задавать, а он такая... Всё вообще, Вов, похуй, сидим нормально и похуй, нормально. Окей, ты не волнуйся. Мне кажется, это, Серёж, идеальный для тебя вариант. Вообще супер. Я тебе говорю, ты можешь, ты сажаешь. Понимаете?
Да. Тебе даже делать ничего не надо. Да, она сама будет перевести. Не-не-не, я просто от стресса начала прям тараторить. Обычно, типа, такого не происходит, и я достаточно скромная. Но, походу, сейчас что-то, наоборот, поменялось. Типа, я не знаю, что происходит. Нормально все. Не, просто бывает то, что от стресса люди, наоборот, как те девочки, типа, становятся такие, блядь, каменными. А ты, наоборот, похуй, хоть... Не-не-не, я про это же, типа, блядь. Да. Я первый раз вообще такого человека вижу, который от стресса пиздеть начинает безумно. Серьезно? Если честно, первый раз такой, типа, на экзамене я, наоборот, вот так вот сидела просто и все, а сейчас... Короче, ладно, давайте продолжу. Я еще люблю рукоделием заниматься, и вот примеры. Давай. Это открыточки для мамы, это на 8 марта. Открой! Открыточки для мамы. Не, она не открывается, она чисто вот подписана, и вот я люблю такие просто вот дела, да. Ты не думала, там типа многие куклы, короче, там шьют или что-то типа того, вот такого заняться? А, кстати, я занималась немножко, короче, как... Я не знаю, вы не шарите, но типа есть как бы берут просто кукол готовых с магазина. Ой, я знаю, что это такое. Лицо стирают, и волосы натирают, новые вставляют. Да, я раньше смотрела. Делают новые куклы, которые стоят очень много денег. Да. Я вот такое сейчас сделала. Сейчас, подождите. Мне подняться, я надеюсь, типа кринжово не будет сильно. Типа, сорян, если я. Ща. Короче, типа ничего. Это погоди, это Monster High вот этот у меня типа. Да. Ты ее сама сделала, да? Ну, я типа купила бэушную, и вот я отрисовала лицо. Ну, блин, плохо видно. Типа я это вторая работа. Прикольно. Я, кстати, ненавижу Monster High, потому что, типа, я считаю, что когда детям это. Бесовство! Да, это реально бесовство. Ты видел вообще, как эти куклы выглядят? Как бабушка, блядь. Это все бесы. Этот канал Jetix, там сатанизм. Никелодеон, блядь. Фортунетто. Ладно, в общем, я открытки делаю вот такие вот. Ага. Не сломай. Вот, от руки пишу тоже. Да не, все нормально. Ребят, я тоже. Я вот эти салфеточки сама не делаю, но клею, как бы все, как бы. Погоди, а вот такой вопрос. Это ты типа сама вырезаешь или 3D принтер может есть какой-то? У меня 3D принтера нет, я просто типа для рукоделия магазин нашла один у нас в городе, вот. И там всякие бусинки, наклейки. А где живешь? Получается. А, ну да, Лепая, блядь. Да, Латвия. Лепая. Можно? Короче, город под Липами, если переводить. У нас Лип очень много. Хорошо, что не под землей. Чего, Серёж, говори, ничего. Я тоже художник, я занимаюсь кастомом чехлов. Первый абзац это писюн. Что? Это писюн. Первый абзац, может быть, первый слой? Образец, да. Это мой первый кастом, поэтому я занимаюсь. Я хотела спросить, а ты не видела в ТикТоке видосы такие, там, короче, на кружку лепят? Ты не хотела таким заняться? Мне кажется, это пизда. Они потом их продают. Лепкой я занималась, я просто у художника была одно время, как, ну, на репетиторство ходила, да, это не художественная школа, с 7 до 14 лет я рисовала пейзажи всякие, натюрморты, а людей вот сама рисовать. А, ну там в ТикТоке там, короче, можно пейзажи лепить тоже на кружках. Ну, не знаю, мне кажется, тебе было бы интересно. Даша, если тебе очень интересно, если что... Продам гараж. Ты можешь... Ладно. Если что, ну ты можешь. Я как бы, короче, об этом очень люблю говорить. Очень мало людей, которые как бы поддерживают эту тему. Именно сейчас, которые мне знакомы. Ну ладно. Короче, если что, можешь отписать мне. Не, это прикольно, я тоже пытался начать. Чего плюс одна подруга? Не, Серёж, ты отдыхаешь. Да, встань ты, блядь! Ладно, я люблю крестиком вышивать. Ой, я, кстати, этой хуйней занимался в детстве, да. На трудах, да, чтобы тебе, блядь, оценочку поставили. Да, я тоже. У меня ничего не получалось. Я тоже хотел научиться рисовать. Я не с головы. Знаете, в чем прикол, как я познакомился с рисованием? Я, короче, была задача нарисовать, блядь, Снегурку и Деда Мороза. Ну, это под Новый год было. Я, короче, начал рисовать Снегурку, блядь, и у меня Снегурка вот в такой позе вышла, блядь. И ноги у него так вправо-влево, блядь. Я стрим закрыла. Мать эту хуйню увидела и сказала... И пора бы вот так вот. Да, чел, вот так Снегурку, блядь. А, окей. Без шеи, блядь. И она такая... Говорит, ёбаный, блядь, иди нахуй на рисование, блядь. Ёбаный, блядь! А я потом понял, я пошёл к училке, которая, как тебе сказать, преподавала как раз этот доп.
И, блядь, меня просто бесило то, что она из всего класса ко мне предвзято, блядь, относилась, потому что я к ней на допы ходил. В один момент она меня заебала, она говорит, блядь, у тебя лицо непропорционально, тут вот перерисуй, блядь. Я такой, ёб твою мать, я раз перерисовал, второй приношу, говорит, нос неправильный, блядь. Короче, я заебался, написал, пошла в пизду, скинул ей вот так вот эту хуйню и ушел домой. На следующий день моя мама пошла, блядь, в школу, если что, выяснять отношения, какого хуя я вот так вот нагрубил, блядь. Это, ну ты и грубиян. Ну я больше нахуй не занимался, бля, рисованием. Некультурно. Я вам могу показать, типа, свой немножко скетчбук, некоторые страницы, например, там, с 89-го я некоторых рисовала. Какая? Например, сегодня я гаечку нарисовала, но она уже видела, пока мы там в руме с девочками сидели. Как бы это просто за минут 15 карандашами цветными. Охуенно. Красиво. Типа очень схоже с того, что это вот то, что ты рисуешь смайлы, типа для Твича, очень схоже. А, ну, как бы мне говорили, стиль, то, что да. Ты, скорее всего, не примешь эти смайлы последние, потому что они, как бы, слишком милые для тебя, что ли, ну, не рофильные, то есть, да? Да, ты видела, что вот, у меня заеблан, там, чуваки, короче, кидают такую, блядь, вот с ебалом таким, я не помню, как он называется. А этот чел, это ржамбас, если чё, и, блядь, я его вообще с интернета фотку какую-то нашел, это чел какой-то больной был. Залил. Короче, это, мне нечего было делать, пока я была у бабушки, это как Дрейк. Раз это Дрейк. Это поломанный, блядь, ну Дрейк как обычно, блядь, какой-то поломанный, ну... Да у него, в принципе, жизнь такая, блядь. Да, блядь. Тут, как бы, не знаю, он сам себя узнает, нет? Какие-то толстые, похож, конечно, может получить. Похож. А давай, здесь просто какая-то эмблема с 89 должна была получиться, но все слилось. А, типа... вижу 89, но как будто воняет, как будто говно наложили. Не, это шины, типа. Бля, ебать, козёл серый, заткнись нахуй. Ну там реально какого-то нервного слоя, там темное. Ну я знаю, что темное получилось, да. Я не знаю, что еще показать, типа, я хотела очень давно тебе, Вова, задонатить и сказать, ну, как бы сейчас это не совсем корректно, наверное, сейчас говорить. Мы сейчас руки передать. Но я хотела сказать, что ты меня очень вдохновляешь именно на творчество, и даже, ну, типа, твоя внешность. А как? Я не знаю, мне нравятся твои пропорции лица, вот как ты говорил, тебе надо было там переделать художки, пропорции, так мне нравится, типа, ну, я не знаю, как объяснить, понимаешь? А Серёжа на пропорции. Блядь, все, во, зашел, Даша Серёжа нашла себе подружку. Надо... Блядь, чё? Даша нашла себе подружку, меня... блядь, Вова. Все, Серёжа, не говорю, отдыхаешь, Серёж. Блядь, да... правда. Это я что-то сделала, не так? Не, всё норм, ты дурак, блядь, как не, обычно. Не, всё норм, это Серёжа просто. Первый раз, что ли, смотришь его, блядь. Как бы, да чё, пиздец, тут, конечно, вот, блядь? Кстати, все, не знаю, ты помнишь или нет, я видела, ты чекал историю, но здесь ты не очень получился. Не, вот тут я, кстати, наоборот, мне больше нравится. Наоборот? Да. У тебя какое-то лицо здесь. И, короче, вот тут Жожа, ну Жожа отвечал мне, я не знаю, ты помнишь, нет? Мяу, да, я помню. Я подписан на тебя с артами. Спасибо. Так, я еще очень люблю девочек рисовать. Я надеюсь, ничего не будет. А есть 18 плюс картинки? Да. Есть, давай. Я, кстати, рисую. Ой, нет, нет, не, это не показывай, а в бикини не покажи. Не-не-не, не на бумаге, не-не-не. Я, типа, меня пацаны софт-чата просили, и поэтому, типа, я такая, ну ладно, буду рисовать. Мне нравится анатомию, типа, изучать, поэтому. Короче, мне в качестве практики... Ладно, вот это картинки с интернета, но оно что-то похоже, что пост, это, блядь, если что, это бикини, и это арт, как бы такое можно, потому что я видела художницу, она рисовала на стриме, поэтому... Кстати, о стримах, я недавно начала, вот, неделю назад, например, стримить, но без вебки. А ты там, вот, ты там рисуешь, типа, так же, ну, в фэше или где это вообще? В фотошопе я начала только недавно рисовать, а так есть отдельная программа. Ну, короче, на планшете рисую и болтаю с чатом, вот. Не знаю, что окей, давайте, так, короче, время ну, подходит. Ну, типа, ну, бля, пиздец, да. Мы так ворали, бля, да, вообще да, всю свою время. Говорили. Нет, опять... Блин, я вообще не ожидала, что так... Вообще пройдет. Да все, тихо, бля! Сейчас опять на полчаса идет. Все. Тихо. Оу, есть. Голосование. Мы с тобой прощаемся. Там, спасибо большое, что... Спасибо, что пришла. Типа, ёбаный рот, блядь. Все настроение подняла. Ты пиздец, да, типа, весёлый. Я не ждала. Все, молчу. ББ всем. Пока. Давай. Пока. Бля, зарядила, короче, пиздец.